Ночевка подруг. Третья серия. Микки, может, ты что-нибудь напутала? Это же всего лишь игра. Все, проваливай из моего дома быстро. Была моя самая любимая игра. Я ее качала где-то 2 или 3 года. Я о ней мечтала. Но ты удалила ее. Ты понимаешь это? Это была моя самая любимая игра. И ты нажала на нее другой мышкой. И там было удалить или нет. Ты нажала... боже мой, ну что мне с такой дурой, как ты, делать? Все, проваливай из моего дома. Чтоб через 30 секунд тебя здесь не было, поняла? Забери свои вещички. Быстро уходи из моего дома. Господи, наконец-то! Господи, сосорятся, что ли, а? Дети. Ходите. Доченька, но ты же... Да забудь. Подожди, разденься сначала. Тогда ты все мои вещи по местам, а я разденусь пока. Конечно, точно, да. Ну что с тобой? Ночевка-то не удалась. Из-за чего? Давай потом я все расскажу. Дай мне переодеться спокойно. Ладно. Через некоторое время. Вау, ты уже все разложила? Да, я все уже разложила. Хорошо. Я пошла готовить обед. А ты пока побудь здесь, хорошо? Не удалась мне никакая ночевка. Может, все-таки разузнать, что случилось? Так и сделаю. Ну, доченька, ну что случилось-то? Я обжарилась в компьютере Минки. Я случайно удалила ее любимую игру, которую она качала 3 года, или даже 2. И она на меня накричала из-за этого, ведь это была ее самая любимая игра. Выгнала. Вот какая у тебя была подруга-то. Теперь все ясно. Ну, не говори это. Хорошо? Посмотри, она из-за какой-то игры, она выгнала тебя. Что это за подруга? Ну хорошо, я пойду точно готовить обед. Не горюй, все будет хорошо. Ой, кто-то звонит, может это Микки извинится. Алло, привет, это я, Дазл и Сансет. Сегодня наши родители уехали, и поэтому мы можем сделать хорошую ночевку, и мы тебя, Бетон, приглашаем. Ну, на 1 день. Потому что мама завтра в 8 часов приедет. Ты согласна? Может, мне надо исправить свое настроение? Микки сама виновата, что из-за какой-то игры это может согласиться. Да, так и сделаю. Да, я согласна. Отлично, тогда приходи через 20 минут. Дазл! Ой, точнее, через 2. Да, конечно, я сейчас буду собираться. Доченька, обед готов. А что у тебя за хорошее настроение? Ты же горевала. Эти Дазл и Сансет, мои еще одни подруги, они пригласили меня на ночевку, и я решила согласиться, чтобы исправить мое настроение. Правильно сделала, доченька. Но если будет такая же ситуация, ты будь осторожней, хорошо, не удали там ничего. Да, конечно, мам, у них даже компьютера нет, только вот телефоны. Ну хорошо, я соберу вещи. Ура! Эх, даже постель не заправила. Хотя бы подушку возьму. Вау, доченька, ты уже готова? Да, я уже готова. О, ты уже собрала все вещи, да? Ну, дверь открыта, да, поэтому я могу сразу выйти. Хорошо. Мама, целуй. Пока. Я вернусь завтра. Только пусть такой же ситуации не будет. Хорошо, пока, мама. Mm-hmm.
солнце, Дазл! Смотри! О, привет! Привет, Бетон, привет! Привет, солнце, привет, Дазл! Ну хорошо, ты к нам на ночевку, да? Да, ну давай, с чего начнем? Думаю, со сладостей! Она все время хочет сладостей. Ну пусть она будет есть кексик, а мы фрукты. Ой-ой-ой, ну ладно, пошли! Да-да, пошли! Может, я действительно погорячилась? Да, надо пойти извиниться и пригласить ее на новую ночевку. Да, я так и сделаю. Я пойду и извинюсь. Я пойду к ним домой, да. Это что такое? Несколько минут назад моя подруга возвращалась с плохим лицом. И сейчас она пошла извиняться. О, боже мой, это же дети, дети. Ох, им надо исправиться. Боже мой, неужели у этой моей доченьки Бетон опять такая же ситуация? Ну ладно, открою дверь. Войди. Здравствуйте, это я, Минки. По какому поводу ты пришла? После такого нервничания ты притворяешься очень доброй. Скажи! Извините, я просто хотела извиниться. А где Бетон? Ее пригласили на ночевку, она вежливо согласилась. Ты ей больше не нужна. Ты очень плохая подруга. Как к другим? Да, она к другим прошла, чтобы исправить свое настроение из-за тебя. Так что все, брысь из дома. Ну, все, брысь из дома. И чтоб больше тебя здесь не было. Прощай. Что? Так она теперь с другими дружит. А ну я ей покажу. Я ей покажу такое. Продолжение.